Бля, мне так нравится вот так вот быть в капюшоне. Я такой жесткий, четкий чел, йоу, сэшка-дишечка. Короче, друзья, на самом деле хотелось бы подвести тоже какие-то итоги года. Наверное, завтра этим займусь. Друзья, в общем, подведу свои итоги года. Очень продуктивный год для меня был. И очень много было проделано работы, очень много крутых видео с разными режиссерами. Ну, их было немного, но они все крутые. Очень много интересных фитов и коллабораций. Очень много новых знакомств, очень много новых эмоций. Три альбома за год, очень много крутых синглов. Короче, я люблю вас всех. И хочу сказать, что следующий год будет еще интереснее, чем этот. В этом году я только появился. В следующем закрепимся. А сегодня я заболел нахуй. Поэтому, друзья, пишите мне, поправляйся, выздоравливай, мне будет приятно.